Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube канале. Сегодня я решил взлететь на кейсфейл, у меня на бальке 812 бачей. Давайте со старта поставим 12 баксов на черное, потому что последние 4 раза подряд черное нам не падало. И как будто бы сейчас, просто чисто интуитивно, мне кажется, что упадет черное. Отлично, мы со старта видоса поднимаем плюс 12 бачей к балансу. А самое главное, это как раз начать ролик в плюсе. Ибо как видос начнешь, так его и закончишь, но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести промкод НИКЛУД и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с картой, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, у себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводите его нужно вот сюда. Еще у них есть карточки, где за каждый 1 цент депозита вам дают 1 кейсфейл коин. И вы на эти коины можете сыграть в карточки и попробовать выбить халявный скинчик. Выглядит это примерно так. Нажимаете играть, у вас тасуются между собой карточки, выбираете одну случайную и лутайте скинчик. Так, ладно, а мы сейчас полетели, наверное, в колесо. Это уже традиция. После даблити в колесо хочу успеть по своей стратегии поставить, отлично. $15 на 3x и $15 на 4x. Моя любимая стратегия, мой любимый режим. Меня, естественно, не подводит. Отлично, поднимаем еще плюс 15 бачей. Предлагаю повторить все то же самое. 15 на зеленый и 15 на фиолетовый, потому что этот режим обычно меня окупает. В прошлом видосе мы подняли плюс 200 бачей к балансу. И если мы сегодня поднимем столько же, то на палике уже будет 1000 баксов. А это прям такое солидное число. Короче, очень надеюсь, что сегодня мы сможем пробить 1000 долларов. Но сейчас самое главное, чтобы колесо меня не подводило и в идеале выдавало 4x. Но 3x, в принципе, тоже подойдет. Давай, 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 какая же ты умница, ты выдаешь мне 4x, красавчик. Так, давайте то же самое повторим. Я предлагаю до первого проигрыша, как проигрываем, пойдем в другой режим, потому что в минусе мы отсюда уже не уйдем. И это отлично. Давай, родной, выдавай мне хотя бы 3x. Но тут выдает, к сожалению, хреново. Ладно, давайте в дефьюз, хочу добить 850 бачей свои. Так, с удвоением. Ну, сука, ну не заставляй меня 10 тысяч раз удваиваться, пожалуйста. Так, на балике 850 бачей, отлично. Так, можно как будто бы опять в дабл залететь. Тут что у нас, красная? Ну, хорошая ситуация, чтобы поставить на черное, потому что 4 раза подряд упало черное. И я думаю, можно рискнуть поставить 30 бачей. Как раз, да, на черное. Давай, давай, родной, выдавай черное. Отлично, черное нам падает. Ну что, тогда я жду уже стрик из черного. 20 бачей, также на этот цвет. Если выигрываем, то на балике уже 900 долларов. Давай, родной, просто меня не подводи, выдай еще раз черный, и я отсюда ухожу. Но нет, к сожалению, он выдает красное. Ладно, давайте удвоим, чтобы отбить предыдущий проигрыш и уйти в плюс также на 20 долларов. Поставим 40 бачей на черное. Родной, пожалуйста, я не хочу еще раз удваиваться. Черное ты мне выдаешь, красота. Так, на балансе 900 бачей. Давайте минер по моей стратегии. 10 бачей, вот так вот пройдем. Давай, 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 101 доллар мы поднимаем. Ну, минер меня не подводит, отлично. На балике 991 доллар. Но, пацаны, поднять 9 долларов — это уже дело техники, понимаете? Вот так вот разочек и все. У нас на балике 1001 доллар. И я предлагаю это дело все отпраздновать и пойти сыграть в морской бой, в котором я почти всегда проигрываю. Но если я сейчас проиграю 1 бакс, то у меня на балике все равно останется 1000 бачей. Так, начало так себе, но главное, чтобы он единицу мою не выбивал со старта, и тогда нормально. Так, ну ты меня уже тройку выбиваешь, охренеть. Да ну ты, мужик, ну ты прикалываешься. Я у тебя еще ничего не выбил, ты у меня уже все корабли, кроме единицы, выбил. Ну что за бред-то? Не, я хочу хоть один у него корабль выбить, спасибо. Так, троечку выбиваем, теперь двойку надо найти. Будем вот так чередовать. Ну да, ну тут, ну я не знаю, морской бой вообще не мое. Ладно, тогда предлагаю еще немножко поднять к нашему балансу, чтобы вот от каждого проигрыша у меня не было такого, что у меня 999 долларов, неприятное число будет. 1050, если поднимаем, то, наверное, заканчиваю ролик. Сейчас 10 бачей хочу так поднять. Теперь в колесо и поставим, ой, в дабл чейн поставим 20 бачей на красное. Подождите, на красное, да, я не поставил сначала. Давай, родники, спокойненько, мне сейчас прям выдаешь красное. Отлично, на балансе 1032 доллара, но 18 бачей поднимаем, и у нас на балике 1050 долларов. Давай, родники, спокойненько, еще раз выдаешь мне красное, отлично. Ну, пацан, как-то ролик у нас какой-то очень быстрый. Но я предлагаю, короче, давайте тогда с 50 долларов вот эти. Короче, если я проигрываю эти 50 бачей, то все, мы заканчиваем ролик. А попробуем поднять-то 1100 долларов, потому что, ну, слишком быстрый видос. Так, разочку двоем. Отлично, 1058 уже на балике. А сейчас полетели в колесо, поставим 28 бачей просто на 3x. Сука, не успел. Если сейчас упадет 3x, это будет очень-очень тильтово. То можно, пожалуйста, его не будешь выдавать, чтобы мне было приятно. Спасибо. Ладно, тогда вот здесь так и будем пытаться пробивать 1100 бачей.
Но 28, не, я только на эти 50. Ну все, ладно, хрен с ним. Все, заканчиваем видос, нормально. Мы сегодня подняли плюс 200 бачей к балансу. И теперь у нас на балике 1000 долларов. А это почти 100, мать его, тысяч рублей. Ну просто красота. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести промокод НИКЛУД и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С картой, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будьте в хорошем плюсе. Также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводите его нужно вот сюда. Еще не забывайте про карточки, здесь тоже халявные плюшки можно забрать. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за видос, где мы апнули 1000, мать его, долларов, но с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.